Добрый день, друзья. У нас середина марта. У нас опять похолодало, подмораживает. То тепло, и зима не захотела у нас сдаваться. Сегодня выбрались на рыбалку с ночевкой. Сегодня со мной Кирилл. Давно не был. Дела были, не мог вырваться. Сегодня расставим жерлицы. Это основная у нас задача — попробовать поймать щуку на живца. Ну и попробуем половить плотву, может быть, окуня тоже закормим, лунок, может быть, с вечера закормим, а с утра будем их уже облавливать. Так что будет сегодня интересно. Сделаем лагерь, приготовим что-нибудь вкусненькое, все как обычно. Так что погнали. Начнем первую лунку. Пока Кирилл холотом смотрит глубинки, быстро по лункам. Сейчас мы насверлим сразу штук 15-20 и будем выставлять жерлицы. Так, идем ставить первую жерлицу. Ох, солнышко вышло. Погода прекрасная. Да, на солнышке прям одно удовольствие. Оборота 4 будем делать, я думаю, достаточно. Раз, два, три, 4. Неси живца, Кирилл. Так, живец у нас карась. Что, идем дальше? Вези санки сразу сюда. Так, продолжаем установку жерлиц. Опа. Так. Давай, подвози, где у нас тут. Так, это у нас 6-я жерлица. Закончили с установкой жерлиц. Опа. Сейчас идем разбивать лагерь. Поставим, наверное, его на льду, чтобы можно было в окошко понаблюдать за жерлицами. Так-то особо в палатке пока сидеть неохота. А тут по территории походим, посмотрим, что к чему. Может, где какие дровишки. Вот у нас сработка, друзья. В прямом эфире флажок загорелся. Первая сегодня сработка, да, вот как раз мы идем. Вот туда ее, наверное, там не видно, она удаляет камера. Вот мы как раз к ней и шли. Жерлицы поставили. И один флажочек скинул. Ребята, пора бежать.
первый загарчик. Это радует. Давай, Кирилл, даем тебе первый шанс. Ты пропустил много рыбалок, проверим, не потерял ли ты сноровку. Пока размотки нет. Пока оставляй тут, мы, я думаю, тут где-нибудь забазируемся. Тоже бур положу. Да, ветер, наверное, сильный задувает. Встань против ветра, чтобы не поддувало сильно. Сошла, маленькая была, сошла. Прям совсем? Ну, да. Тихо, леску не пустим. Покусы есть, да? А вот как раз этот больной карасик какой-то, у него что-то скачило. Куда-то она его, наверное, лупанула. Где покусики? Ну, какой-то вот, скорее всего, куда-то за спинку чуть не засеклась. Ну, ладно, давай дальше заряжаем. Ну, уже приятно первый подъемчик. Так что продолжаем дальше ловить. Это уже хороший знак, что сегодня уже что-то клюнуло. Так, друзья, у нас параллельно сработали сразу две жерлицы. На одной сейчас Кирилл, там петлю она у нас скинула. Я сейчас пойду на вторую жерлицу, тут тогда вам пока. А я иду на вторую смотреть, вот у нас вторая параллельно сработала жерлица. Только хотели лагерь разбить, палатку, и прям между палатками два флажка поднялись. Опа. Здесь, походу, ничего нету. Не, у меня ничего нету. А, ну, укус есть. Вот она, на его. Маленькая, видать. Ну, у меня, вроде, что-то маленькое держит. У меня не держит, она сразу бросила. Раз, два, три, четыре. Видать, маленькая щучка, друзья, балуется. Проказница. Пойдемте посмотрим, что у Кирилла там творится. А это та же, походу, жерлица. Вот смотрю, глубина на 4 метров, вот, которая там у меня лупанула. Это одна и та же, видать, мелкая. Долбит. Ну, у карасика прям в районе жабер покусы были. У того. У тебя тут... Чего-то не очень нет. Так, ну что, сейчас быстренько собираем лагеречек наш. Такс, 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 такс. Опаньки. Лагеречек, лагерек. Что там, отцепил? Так, отлично. Так, застежки, полы, это пока сюда, полы, палатка. А, палатку сегодня взяли небольшую, среднюю такую, зонтик. Уж большую тащить она бы не влезла бы у нас, ну влезла бы, но еще 20 килограмм, она 25, по-моему, это поменьше, 11 килограмм. Постелим на дно. Нам
влаги не шла, потому что будем топить печку, чтобы у нас было поменьше влажности. Давай, оба. Друзья, у нас сработка. Сработка. Кирилл пошел. Оба. Сейчас я палаточку быстро поставлю и к нему пойду. Сейчас посмотрим. Вертим колышки, у нас ветер с этой стороны. Колышко у нас всего 4. Еще растяжку хотел со стороны печки сделать. Что, сейчас застилаем теплый пол. Так, постелили одну пенку. Моя давнишняя заготовка была для зимней рыбалки, а это пол от моей палатки кубик. Опа. Так. Друзья, что стесняемся, заходим печку собирать. Палатка небольшая. В диаметре она у нас, эта палатка, получается 2,5. Высоту 1,55 м. Вот. Тут у нее есть вот этот специальный, вот, как он называется-то? Специальный материал. Короче, материал, который не плавится, не нагревается специально вот для печек. И коврик идет у нас такой в комплекте. Безопасность превыше всего. Мало ли там что прогорит, дно у печки. Уголек, огонек. У нас тут меры безопасности соблюдаем. Так, ну и сама тушка печки. Опа! Тушка печки. Открой, Кирилл, с внешней стороны это окошечко нам, пожалуйста. Так, вдвоем, в принципе, в этой палатке размещаться, если вот без всяких раскрололодушек, то, в принципе, достаточно комфортно. Одну пенку постелили, пол для зимней палатки на дно. Ну и спальнички будут, друзья, без них. Я не знаю, будет как. В принципе, высота палатки небольшая. Поэтому и не брал как бы куб. Рыбачить мы в ней не будем, только спать. Поэтому нам особо требований таких, чтобы тут разгуляться, походить, размяться не нужно. Она нам только для сна. И поэтому что, будем зря греть воздух. Поэтому и не брали кубик. Основная причина. Сейчас собираем трубы. Опаньки. Опа. Так вот. Оп, у нас две сработки. Одна сейчас прямо на глазах была, а вторая чуть раньше. Мы сейчас в машину ходили. Кое-что мы там забыли. На этой как раз опять была эта третья, на этой жерлице сработка. Опять тут, наверное, маленькая. Вот, ходили в машину, забыли там хлеб мы, воду. Ну, как обычно, хорошо в машине забыли они, а не дома. Да, вот у нас уже 7 сработок. Вот у нас сейчас 6-я, и вон там вдали 7-я. Ну, пока по нулям. Ну и размотки как таковой нету. Щучка мелкая, видать. Балаганит. Проверяй. Ну хоть ничего. Что такое-то? Хоть одну мы сегодня маленькую хоть поднимем на борт, хоть посмотреть на нее. Что там балуется-то у нас?
Карасики у нас знатные. Вот, забрасываю, пойду. Пойду я тут посмотрю. Первая из 7 сработок. Вот они стандарт. Вот сегодня таких и мужики и забирали, да? Да. Ладно, давай, плыви, не будем тебя мучить. Одна из 7, да, сработок поднятых флажков. Вот кто нас сегодня докучает. Давай, зови матушку, бабушку, плыви. Опа. Ну что, пришло время приготовить блюдо. Нам понадобится, наверное, 6 картошечек, морковочка, лучочек и куриная грудка. Сейчас будем делать. Начистим картошки. Чуть-чуть обжарим куриную грудку. Добавим туда лук, морковку. Порежем картошку кусочками. Зальем водой. И будто она у нас тушится, пока не начнет картошка развариваться. И будем кушать. Так что погнали готовить. Готово наше блюдце, дождались мы его. В палатке у нас прям просто Ташкент. На полу лежим, тепло, в принципе. Думал, будет прохладнее, но хорошо, по одному брикетику кидаем. И в палатке она невысокая, прогревается быстро. Сейчас будем пробовать наш шедевр. Так что, друзья, всем приятного аппетита. Сегодня вот такая вот ночная рыбалка у нас. В палатке не ловим, кулинарим, отдыхаем. Общаемся, размышляем, делимся планами на лето, как будем рыбачить рыбу на водоемах, куда поедем. Но рыбалки с ночевкой это что-то, особенно вот такие вот спокойные, когда ночью не ловишь, а просто сидишь. Так что, друзья, кто не ездил, попробуйте съездить летом. Летом обмундирование нужно попроще. А если понравится, то потихонечку и можете набирать комплект для зимней рыбалки. Ночной, не просто дневной. Потому что ночные рыбалки это особенные рыбалки с ночевкой. Тут все по-другому.
хорошо, в тепле. Сейчас пойдем продернем жерлица и придем будем пить чаек. Лунки замерзли не особо сильно. Снежок еще сыграл свою роль. Ну и ночью такой морозец был особо не сильный. Ну, для середины марта, я думаю, сильный. Хотя по прогнозам обещают, что морозы больше 10 градусов. Так, вчерашняя наша луночка закормленная. Сейчас мы ее почистим. Замерзла. Половим на мормышечку сейчас. Да, сегодня денек опять отличается от вчерашнего. Прям кардинально. Небо чистое. Становится вот как раз к 7. Распогодилось. Сейчас попробуем насадить по 3 мотылика где-нибудь, штучки 3. Сразу поклевка у нас, друзья. Это хорошо. Рыбка на точке, значит, присутствует. Так, пока только клевало в одной лунке у нас. Как усветил? Ну, в той лунке сразу две поклевки было, не поймал нифига. Потом перестал клевать. Я, пожалуй, пойду жерлички продергаю. Давай. Друзья, у нас сработка прямо на глазах. Что-то интересное. Сразу и размоточка пошла, да? А тут глубина у нас 6 метров? Нет, 3,6. А. Что
Что? Ты уже поставил? Да. Не останавливается. Потихоньку мотает, мотает. Подождем, да, чуть-чуть еще. Прямо на глазах стрельнул. Мы тут в 2 метрах от нее были, в 3, ставили еще одно жерлицо. Все вроде. Сейчас мы ее попробуем. Колоночка. Что-то, смотрите, ну нету, может, карась все-таки затянул куда? Или выплюнула? Вообще нету. Может, она его сняла? Быстренькому яишенку. Что, друзья, пикник у нас продолжается. Время 12. Время обеда. Так что сегодня мы чисто по еде специализируемся. Так что с 12 до часу у нас обед. Как положено. Война войной, а обед по расписанию. Так что всем приятного аппетита. У нас сработка. Это уже 10-я. Да, 10-я сработка у нас. Кто сейчас дернет? Ты, я. Ты сейчас. Умотает, смотри. И будет по 5. Будет по 5. Надеюсь, сейчас мы ее поймаем, да? А? Надеюсь, мы ее сейчас поймаем все-таки. А тут кстати, уж смотало нормально. Повод будешь сразу. Ну а что? Еще не попробовать. Нету. Выплюнуло, наверное. Время у нас 4:30. Собрали мы свои баулы. Сложили все на санки. Сейчас выдвигаемся домой. Рыбалка получилась, все видели сами, какая у нас. Не густо, но и не пусто. Спасибо за просмотр. Всем пока. Занимайтесь любимым делом. Ездите на рыбалку.